Правоохранительные органы задержали бывшего вице-премьер-министра Джениша Разакова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, заявление в Следственную службу МВД написал экс-депутат парламента третьего созыва с инициалами АБ. По его словам, Джениш Разаков якобы взял у него 1 200 000 долларов. В пресс-службе МВД не подтвердили, но и не опровергли информацию о задержании.